Stiamo già registrando. Ciao Mark, ciao Giulia. Привет. Да, приветствую, да, всех. Bueno, Марк, раccontaci tutto, vai. Ну что ж, Марк, давай, рассказывай. Ну, наверное, сейчас те вещи, которые я вам буду рассказывать, они, думаю, что навряд ли вам такое рассказывали, потому что я еще очень много дополнительно чего вспомню. Diciamo che quello che vi sto per dire, non penso che c'è stata una persona che vi abbia raccontato delle cose del genere. Dai. Заранее мне немножко неудобно, но я думаю, вы меня поймете, потому что если начинать с чего-то, то начинать надо изначально из правды. Diciamo che sono un po' imbarazzato a dire certe cose, però credo che riuscita ad interpretare bene quello che vi dirò perché ho deciso di dire la verità. Значит, ну вот с детства, с самого своего рождения, когда я родился, у меня сейчас и тогда я всегда ощущал одиночество. Sin da bambino, sin dalla nascita, ho sempre provato solitudine. Ситуация в том, что я нежеланный ребенок по причине того, что я рожден от человека, который возглавляет бандитский синдикат. Diciamo che non, ero un bambino non desiderato perché diciamo, sono nato da una persona che ha a che fare con criminalità. Когда я подрос и стал спрашивать, почему, значит, так получилось, что я родился, а потом вы не жили, она мне объяснила, что ее мать была ведьма, и она ее присушила. Quando sono cresciuto e ho chiesto a mia madre perché non avete vissuto con mio vero papà, mia mamma mi ha detto che la nonna, cioè sua mamma, era una strega e le ha fatto una specie di sortileggio. Я помню свое детство, небольшой короткий промежуток в доме отца, после чего мы уехали в Саратов, прожили там маленький промежуток времени, я не помню сколько, но потом опять вернулись в Баку. Ricordo pochi episodi della mia infanzia, mi ricordo solo il periodo quando ho vissuto nella casa di mio padre, ci siamo trasferiti a Saratov e dopo quel periodo ci siamo ritrasferiti in Baku. И вот тут началось самое плохое в моей жизни. E proprio lì è iniziato il periodo più brutto della mia vita. Во-первых, когда мне было, наверное, лет 5, бабушка, мать моей матери, она вышла замуж за другого человека по причине того, что родной отец матери погиб. Innanzitutto mia nonna ha sposato un altro uomo perché suo marito era morto. Da. Знаете, почему я говорю, начал с него, потому что этот человек был одержимый тем, что занимался онанизмом, был очень извращенным человеком. E lo dico perché quella persona, cioè il mio nonno praticamente, era una persona molto perversa e faceva masturbazioni. И однажды, когда я остался один, на лет мне, может, было 5, это еще был дошкольный период. Он, ну, прямо, если так сказать, помастурбировал у меня. В смысле, вам или сам Да, перед вами? мне. Quando avevo un 5 anni, questo mio nonno ha fatto, non so dirlo, ha, mastur cioè, ha fatto masturbazione con me. После чего у меня с каждым днем у самого стало появляться желание самому это делать. E poi da allora ho cominciato ad avere desideri di farlo io stesso. Дальше, впоследствии в жизни, я замечал и бегал всегда от этого, был в страшном смущении, что мужчины испытывали ко мне такой вот интимный интерес.
E poi, diciamo, avevo questa sensazione che gli uomini nutrivano un interesse un po' perverso nei miei confronti. От чего я, конечно же, был в большом угнетении, но вот в 12 лет я по желанию мамы крестился. All'età di 12 anni sono stato battezzato, ho seguito il consiglio di mia madre. Крестился и стал посещать воскресную школу и помогать непосредственно в храме. Ho cominciato a frequentare la scuola domenicale e a fare dei servizi ad aiutare nella chiesa. Что самое интересное и поразительное, каждые 2-3 месяца со мной случались какие-то казусы. То драки, то какие-то ссоры. И даже если я не был виноват, всегда выставляли виноватым меня. E diciamo che ogni due, cioè da allora ogni 2 o 3 mesi ho notato che mi succedevano dei eventi strani, nel senso che sorgevano sempre delle risse oppure dei litigi dove incolpavano a me, anche se non avevo nessuna colpa di quello. Впоследствии я решил принять монашество и в 16 лет ушел в монастырь. Allora, poi all'età di 16 anni sono diventato un monaco e sono andato in monastero. Вот, ну, ушел, значит, в монастырь, и вот те же самые ситуации, которые происходили в церкви, через каждые 2-3 месяца какие-то проблемы постоянно у меня преследовали и в монастыре. E poi ho notato che è sempre lo stesso tipo di problemi che avvertivo in chiesa, cioè nel senso ogni 2 o 3 mesi saltavano fuori delle situazioni un po' così, con litigi e risse. Le stesse situazioni si ripetevano anche quando ero in monastero. Через год я ушел из монастыря, значит, и пришел к священнику, который очень известному на Кавказе, который занимался экзорцизмом, это изгнанием бесов. Allora, dopo un anno di mia permanenza in monastero sono andato via da lì e sono andato da un prete molto famoso in zona di Caucaso e questo prete si occupava di esorcismo. Он обо мне знал, потому что я служил на подворье у епископа. Он меня принял, я ему все рассказал, и он согласился принять меня к себе, чтобы меня отчитывать от вот этого воздействия бесовского, ну и чтобы я ему прислуживал в церкви. Allora, lui già mi conosceva perché io ero in serviente da un vescovo e quindi lui ha accettato i miei servizi e ha accettato di pulirmi dalle interferenze, dalle influenze dei demoni. Значит, отношения у нас сложились с ним очень прекрасные. Он видел мое старание и что я не воровал и действительно искренне служил, очень к себе приблизил, всем мне помогал, и мы впоследствии как стали брат брату. Lui, diciamo, si è affezionato molto a me perché ha visto che io servivo bene, non rubavo e quindi lui mi aiutava in tutti i modi e siamo diventati, cioè, abbiamo creato un rapporto quasi fraterno. В 2000 году, значит, стали на него литься ложные обвинения в связи со связью с дьяволом. Allora, nel 2000 questo mio mentore è stato ingiustamente incolpato di avere contatti con il diavolo. Настоящая же причина этого была в том, что очень большие люди из Москвы хотели сделать его епископом. Ma la vera causa era il fatto che la gente, cioè le persone importanti da Mosca, volevano farlo diventare un vescovo. Так как этот человек, через него я, значит, принял монашество и стал священником,
И так как мы очень сблизились духовно, я его поддержал, хотя меня это не касалось. Allora, siccome sono stato messo a parte e ordinato sacerdote proprio grazie a questa persona, io avevo supportato il mio mentore anche se nessuno me l'ha chiesto di farlo. И нас обоих выгнали и перестали где-либо вообще принимать. E siamo stati sbattuti fuori tutti e due e nessuno ci accettava più, nessuno ci apriva più le porte. А если нас кто и соглашался принять, то только ставились условия, что должна быть интимная жизнь с начальством. С каким начальством? Я просто не знаю, как перевести. Это вышестоящее руководство, ну, архиепископом, митрополитом, вот так вот. Diciamo che ci mettevano delle condizioni, nel senso noi vi accetteremo in cambio che voi avrete i rapporti intimi con diciamo con arcivescovi e così via. В 2008 году к нам приехал священник и предложил нам встретиться с епископами, которые не имели прямого отношения с Москвой. Nel 2008 siamo stati visitati da un vescovo che ci ha proposto di incontrare della gente, dei sacerdoti che non avevano niente a che fare con la Mosca. Мы приехали на встречу и нам предложили, значит, участвовать в развитии церкви и рукоположение в епископы, на что мы согласились. Siamo arrivati a quell'incontro e ci è stato proposto la messa a parte e la messa a parte per far sì che noi diventassimo vescovi e noi abbiamo accettato. Когда мы спросили, почему к нам такой интерес, то нам ответили, что, во-первых, мы знаем, что вы не заслуженно пострадали, во-вторых, у вас большие связи, есть меценаты, и с помощью, значит, денег меценатов можно построить много храмов. E quando abbiamo chiesto perché siete interessati così tanto a noi due, loro ci hanno risposto che noi sappiamo che voi siete stati ingiustamente incolpati e che voi avete delle conoscenze e anche conoscenze delle persone che hanno i soldi e grazie a questi soldi possiamo costruire tante chiese. Нас через месяц нас рукоположили. И когда мы стали участвовать в жизни активно, естественно, мы стали друг друга ближе видеть, каждый день общаться, выявилось то, что они, вся ихняя, значит, вот эта вот группа епископов, они, значит, гомосексуалисты. E poi quando siamo diventati vescovi e abbiamo avuto, diciamo, abbiamo vissuto da vicino questo gruppo episcopale dei vescovi, abbiamo scoperto che tutti loro, tutti coloro, tutti questi vescovi sono omosessuali. E мы с ними расстаемся, и с той поры у нас практически вот 10 лет вообще ничего, никакого ни дохода, ни служения мы уже делать не могли. E diciamo che li abbiamo lasciati, siamo andati via da loro e sono già 10 anni quando non riusciamo a fare né servizi, né messe, né avere qualche ritorno economico nella vita. В этом во всем я разочаровался, плюс мы стали изучать книги, стало очень у нас много вопросов появляться в связи с этим, и мы стали смотреть уже на христианскую церковь другими глазами. E quindi abbiamo cominciato a fare degli studi, non so, a studiare dei certi testi, così, fare delle nostre ricerche, abbiamo iniziato a vedere la credenza religiosa con altri occhi. До этого я специально не упомянул, в 2000 году, когда нас выгнали, я был в сильном таком апатическом состоянии уныния, вплоть до того, что хотел жизнью покончить. Я уехал к своим родственникам в Киев.
Allora, ma nel 2000 non l'ho detto apposta questa cosa, ma nel 2000 quando siamo stati sbattuti fuori ed ero nella situazione di profonda tristezza e depressione, volevo suicidarmi e sono andato dai miei familiari in Kiev. Я ходил в этом состоянии, не мог найти себе места. И однажды я встречаю девушку, которая поменяла полностью мою жизнь. Ero molto depresso e ho incontrato una ragazza che è riuscita a cambiare la mia vita totalmente. Я ее очень полюбил. У нас буквально в скорости через год родился ребенок, девочка. Ci siamo innamorati, fra un anno è nata la nostra bambina. Ну, тут, значит, об этом узнал мой духовный наставник, приехал в Киев и стало мне воззвание делать, что ты принимал монашество не для этого, что тебе нужно вернуться в церковь, потому что если ты не вернешься, будет горе и для тебя, и для твоего ребенка. Это все ваш друг, духовный Да, наставник или вот этот друга? духовный наставник, да, ну, вот этот духовный наставник, я Да. так его называю, да. E quando questo mio mentore spirituale l'ha scoperto, mi ha detto che guarda che non sei diventato monaco per creare la famiglia, dovresti tornare alla chiesa, dovresti tornare a far monaco, altrimenti tua vita andrà a rotoli e ne pagherai caro. Естественно, не желая проблем своему ребенку, потому что я был испуган действительно, что я приносил клятвы, я вернулся и, значит, с большими слезами, с проблемами, в общем, вернулся. И таким образом жили мы со своим духовным наставником 10 лет. Allora, e siccome mi sono spaventato perché mi ha fatto ricordare che ho fatto dei giuramenti per diventare monaco, quindi mi sono separato dalla moglie e dalla mia bambina e sono tornato a servire la chiesa e quindi abbiamo vissuto con mio mentore spirituale per 10 anni. Тут уже, когда прошло 10 лет, я окончательно, значит, разочаровался в христианской церкви. Мы стали углубляться в ведизм. Если кого знает, это вот великая Тартария, единобожие, бог род, вот в таком направлении. Cioè, a distanza di questi 10 anni provavamo, nutrivamo una delusione profonda verso il cristianesimo e la Chiesa e abbiamo iniziato a studiare altre religioni, tipo religioni vediche e dell'unico Dio, del tutto, ecco. И я уезжаю, значит, к этой девушке, значит, которую полюбил в Киеве. E poi sono andato a trovare questa ragazza della quale mi sono innamorato in Kiev. Вот, ну и у нас рождаются впоследствии, понятно, сейчас уже четверо детей. И вот все это время, пытаясь что-либо сделать, какой-то либо бизнес, с чего-то раскрутиться, ничего абсолютно не получается, постоянное головокружение, нехватка сил, и упадочное настроение, уныние. Вот в таком состоянии я постоянно находился. E quindi noi con questa signora ormai abbiamo 4 bambini, però ho provato e riprovato a fare un business, un'attività, ma non mi va bene mai niente. Mi trovo nello stato di tristezza e mancanza di forze da anni e sento sempre vertigini. И вот тут начало приходить у меня большое уныние, потому что дети стали расти, я стал за них очень сильно переживать и в отчаянии решил продать душу дьяволу. Quindi ero disperato perché i bambini stavano crescendo, avevo bisogno dei soldi e quindi dalla disperazione ho deciso di vendere la mia anima al diavolo. Первую попытку я сделал сам. Испугался, потому что был мне ночью стук в дверь. Я обратился к духовнику, ну, к своему духовному наставнику, и все прошло. Diciamo, la prima volta ho tentato di fare questo patto di vendita di mia anima da solo, però cioè, ho sentito forti rimorsi di coscienza e ho sentito anche il bussare alla mia porta. Mi sono spaventato, ho raccontato
tutto al mio mentore e poi, vabbè, è passato. Da? Значит, ну мысль о том, чтобы, значит, все-таки это сделать, меня не покидала. И вторую попытку я повторил через год, потому что финансовое положение стало ухудшаться и у моего духовного наставника, потому что он мне все эти годы финансово помогал. Siccome tutti questi anni è stato proprio il mio mentore spirituale a sostenermi dal punto di vista economico e a distanza di un anno dal mio primo patto, diciamo, andato male, anche lui ha cominciato ad avere dei problemi economici, ho deciso di stipulare questo contratto per la seconda volta. Я нашел мага, мы написали договор, составили условия, я расписался кровью, и осталось только последнее дать мое сознательное согласие. Allora, ho trovato un mago, il mago ha scritto il contratto, ha scritto tutte le condizioni, io l'ho firmato con il sangue, mancava solo che dicessi accetto ad alta voce. И вот в этот момент у меня очень сильно стало угрызение совести. Я не мог найти себе места из-за того, что ощущал себя предателем Бога, как Иуда. E proprio in quel momento ho cominciato ad avere forti rimorsi di coscienza, mi sentivo un traditore di Dio, mi sentivo un Giuda. Опять позвонил духовнику, все как он мне сказал, все сжег, отказался от всего, ну и все закончилось на этом. Ho sentito ancora il mio mentore spirituale, mi ha consigliato di bruciare tutto, di rinnegare tutto, l'ho fatto ed è finita lì. Хотя я ощущал, что некоторое время ко мне в квартиру все-таки приходили какие-то сущности, потому что очень сильно реагировала на это собака, и я ощущал удушье. Però dopo quel momento ho percepito delle visite numerose delle entità sconosciute, anche il mio cane le percepiva e io mi sentivo soffocare in quei momenti. Ну, с той поры, можно сказать, дела пошли еще хуже. E da allora tutto è andato ancora peggio. Но теперь я хотел сказать о здоровье. Adesso vi parlo della salute. Здоровье, значит, до принятия крещения, до принятия монашества и священства у меня было идеально. Я не знал, что такое болеть. Prima di diventare monaco e prima di diventare sacerdote, la mia salute era ideale, non conoscevo nessun tipo di malattia. Как только я принял монашество и рукоположение, у меня появились большие проблемы с кишечником. Ma appena sono diventato monaco e sacerdote, ho cominciato ad avere dei problemi intestinali. За кишечником появилась проблема с позвоночником, далее с почками. Dopo problemi intestinali sono sorti problemi alla colonna vertebrale e poi problemi ai reni. И как странным образом вот правое бедро как будто бы заблокировано. Я вот занимаюсь восточными единоборствами, и мне вот правое бедро, как будто бы мне взяли его и чем-то заблокировали, не могу ничего с ним сделать. E la coscia destra è tutta bloccata, perché io pratico anche le arti marziali e avverto questo blocco alla coscia destra. Здесь, в Севастополе, после событий в Киеве, которые произошли, мы с женой переехали в Севастополе, и я здесь познакомился с людьми ведического течения. Qui in Sevastopoli, dove ci siamo trasferiti con mia moglie, ho conosciuto delle persone che praticavano le religioni vediche. Я стал углубляться, стал практиковать, значит, медитации, и у меня стало улучшаться и здоровье. Перестало, прошло головокружение, и я стал более уверенным в себе. E ho cominciato a fare delle meditazioni che mi hanno insegnato loro e quindi ho cominciato ad avvertire dei miglioramenti dal punto di vista di salute, non avevo più vertigini ed ho acquistato maggior fiducia in me.
Значит, но эти все практиками, которыми я занимаюсь, они даются мне с большим трудом, потому что обуревает сильная лень все себя заставлять, и вот постоянная такая борьба. Però tutte queste pratiche le faccio molto fatica a praticarle perché mi viene una pigrizia troppo forte e ogni volta devo lottare con me stesso per fare certe cose, meditazioni. Dobbiamo cominciare, non ci arriviamo più con i tempi. Марк, нам нужно начать уже. Давай начать. Уже закругляйся. Ну, последнее, самое вот то, что меня еще очень сильно беспокоит, значит, вот когда у меня родилась дочь, и я уехал из Киева, значит, в Москву. Через год, через три года мама привезла мне дочку ко мне. Ну и? То есть? Привезла дочку ко мне, и тут произошел момент, когда она ко мне легла на грудь, я ощутил какую-то даже не отцовскую любовь, а какое-то такое вот, даже сказал бы, как бы возбуждение. Quando mia mamma ha portato mia figlia da me, che non l'avevo vista per tre anni da quello che ho capito, mia figlia si è sdraiata sul mio petto, ho percepito non l'amore paterno, ma una sorta di eccitazione. E вот когда я вернулся и мы стали жить через 10 лет, и уже дочке стало 10 лет, с каждым днем вот это желание усиливается и усиливается. И уже вот ей 17 лет, и я чувствую сильное влечение к ней. И что самое интересное, у нее такое же влечение ко мне. Adesso mia figlia ha 17 anni, ma tutti questi anni questo tipo di eccitazione verso di lei aumentava. Però la cosa strana è che anche lei sente un'attrazione strana nei miei confronti. Я, естественно, чувствую, что это абсолютно ненормальная вещь, но она настолько меня пожирает, настолько меня мутит голову, что я даже готов оставить семью и жить со своей дочерью. Diciamo che io capisco che questa attrazione non è molto sana, però a volte è talmente forte che mi viene in mente di lasciare tutta la mia famiglia e andare a vivere con mia figlia. E вот это меня беспокоит, я хотел бы узнать, как с этим развязаться. Voglio capire come faccio a risolvere questa situazione, rompere questi legami. И самое последнее, вот есть Александр, который, можно ли обратиться к его подсознанию? Он должен лично мне 2 миллиона долларов. Вот он уже не отдает мне 8 лет, но все время обещает. И вот последние дни мы с ним разговариваем, он говорит, что отдаст в скором времени. Вот хотелось, возможно, через его подсознание узнать об этом, отдаст ли или нет. Ну вот это такой, может быть, глупый вопрос. А l'ultima cosa. Allora, c'è un tizio che si chiama Alexander. E lui mi deve 2 milioni di dollari da ormai 8 anni. Siccome mi promette sempre di restituire questo debito, ma non lo fa mai, possiamo metterci in contatto almeno con la sua parte subliminale per mandargli questo messaggio? Dobbiamo cominciare, non c'è tempo. Марк, мы должны начать, а то времени не останется. Хорошо, ни на что. Я очень извиняюсь. У меня вот в связи с таким переживанием очень... На туалет меня потянуло. Можно прям одну minute? Si è emozionato. Быстренько давай. Я быстро, да, быстро очень. No, mezz'ora non... Mezz'ora di punti non può essere. A parte che se la pubblica... Ma hai visto quanto me ha fatto... Dimmi come entra in te. Скажи мне, каким образом он входит в тебя? Он меня не входит, он держит меня на руках сейчас, в данный момент. Lui non entra in me, mi tiene in braccio in questo momento. Bene, voglio sapere qual è il momento in cui lui si aggancia a te. Vai lì. Я хочу знать, в какой именно момент он подцепляется к тебе, подключается к тебе. Отправляйся туда. Non lo vedo.
Cerca un momento, anche che sia un altro, cerca un momento in cui lui entra in contatto con te, si aggancia a te. Отправляйся в любой момент, даже если это какой-то другой момент, когда он подсоединяется к тебе, когда он, у него есть какая-то зацепка, и он цепляется за тебя. Ну, это я уже, вот как мне сейчас приходит, это я уже более взрослый, и я нахожусь в квартире своей тети. Mi viene che sono già più grande e mi trovo nell'appartamento della mia zia. E Che succede? sto происходит? Ну, я как вижу, что он стоит рядом и одобрительно так на это все смотрит. Vedo che lui sta vicino a me e guarda tutto con approvazione. Andiamo all'altra parte. Давай отправимся в другое место. Andiamo al momento in cui hai fatto quel patto con il diavolo. Отправляйся в тот момент, когда ты составил тот пакт с дьяволом. Да. Sì. Dove sei? Где ты? Я на старой квартире на Рудню. Sono in mio appartamento dove abitavo prima. Quanti anni hai? Сколько тебе лет? 38. 38. Cosa succede? Dimmi. Что происходит? Рассказывай. Вечер я разговариваю с магом, договариваю условия и Sera sto parlando con il mago, stiamo parlando delle condizioni del patto. он говорит мне, что нужно с какого пальца взять кровь и где печать кровью капнуть туда. E lui mi dice da quale dito deve prelevare del mio sangue e lì dove c'è il timbro devo lasciar cadere la goccia del sangue После этого нужно этот договор сжечь, засыпать его, сделать конвертик, этот пепел хранить. lì. E dopodiché bisogna bruciare questo contratto e conservare le ceneri. Ну, этого недостаточно. Ты должен еще произнести своими словами, что ты согласен. Però non è sufficiente, devi dire a voce alta, accetto. Он сказал, что я даю тебе время подумать. Я понимаю, что ты находишься сейчас в таком состоянии. Меня там душило. Я был в растерянности. И вот на этом мы расстались. E lui mi ha detto che mi dà ancora del tempo per pensarci su, perché io in quel momento mi sentivo soffocare, ero molto confuso e quindi mi sono preso questo tempo e ci siamo salutati. После этого я взял коньяк, стал выпивать и выходить на балкон и на луну, смотря, ругаться на Христа, высказывать ему всякие вещи, что ты мне не помогаешь, я тебе не нужен, я тебе служил, а ты меня бросил. E ho preso una bottiglia di cognac, sono uscito sul balcone, ho cominciato a gridare guardando la luna, ho cominciato a bestemmiare e a dire a Cristo che guarda che io ti ho servito e tu non mi aiuti mai e tutto quanto. Ecco, nel frattempo che racconti questo, osservati dall'alto, osserva tutto energeticamente e mi racconti cosa succede attorno a te. Вот, во время того, как ты мне все это рассказываешь, смотри на себя свысока и рассмотри все то, что происходит вокруг тебя энергетически. Ну, этот рядом со мной стоит. Кощей. Questo Хорос. tizio, Хорос. Horus, sta vicino a me. И рядом я вижу чертей маленького роста с рогами, E хвостами. vedo dei diavoletti con le corna di statura non molto alta. Продолжай. Continua. Я пью и иду ложиться на пилсне и пошел спать. Mi sono ubriacato e sono andato a dormire.
не мог всю ночь заснуть, потому что боялся, что он придет мне во сне. Non riuscivo ad addormentarmi tutta la notte perché avevo paura che mi visitasse nel sogno. И когда я утром проснулся, я вот нахожусь в вот таком унынии, отчаянии, что я предаю Бога и решаю разорвать этот пакт, позвонить mm-hmm. своему Mi sono svegliato al mattino nello stato di disperazione per aver tradito Dio e decido di rompere il contratto. Я даже это сделал ночью. Я встал, не смог заснуть, встал ночью, позвонил духовнику и к утру я разорвал. Perché di notte ero talmente tormentato che ho telefonato mio mentore spirituale e al mattino ho già rotto tutto. Deve andare al momento in cui questo Horus si collega con te. Послушай, тебе нужно отправиться в сам момент, когда этот Horus подсоединяется к тебе. Не могу увидеть. Non riesco a vedere nulla. Va bene. Torna di nuovo a vedere questo Horus con gli altri subordinati collegati alle tue gambe. Хорошо, тогда вернись в ту визуализацию, когда ты видел Хоруса и всех его как бы наемных работников, которые были подсоединены через твои ноги. Bene. Dimmi tutti i problemi fisici e non fisici che ti ha provocato questa interferenza. Скажи, рассказывай мне по порядку, какие физические и нефизические проблемы тебя спровоцировала эта интерференция. Я не понимаю вопроса. Non capisco la domanda. Osserva questo essere collegato con te, quello che avevi prima davanti agli occhi. Рассмотри это существо, которое подсоединено к тебе, то существо, которое ты видел перед глазами раньше. Lo vedi collegato alle tue gambe? Ti vedi che оно подсоединено через твои ноги? Да, оно подсоединено через мои органы. È collegato con i miei organi genitali. Oh. Quali problemi ti ha causato questa interferenza? Какие проблемы тебе спровоцировала эта интерференция? У меня простатит. Проблемы там есть. Простатиты? Сейчас стало болеть правое яичко. Adesso mi è venuto dolore al testicolo destro. Questa entità è la responsabile dell'attrazione verso tua figlia? Именно эта сущность ответственна за то, что ты чувствуешь влечение к своей дочери. Мне кажется, нет. Sembra di no. Quali altri problemi ti ha causato? Какие другие проблемы тебе это спровоцировало, эта сущность? Ну, проблема... Это желание каждый день заниматься мастурбацией. Это было до того момента, как я познакомился со Аленой. Desiderio di masturbarmi tutti i giorni prima di aver conosciuto Alena era così. Ti ha provocato problemi intestinali? Эта сущность спровоцировала тебе проблемы с кишечником? Да, я не знаю, я не no, я сейчас холод, не имею рук, я не знаю. Mi si addormentano le braccia o freddo, non lo so. Bene. Allora, facciamo così. Dimmi se tu vuoi che queste entità si stacchino da te per sempre. Скажи мне, ты хочешь, чтобы эти сущности навсегда отцепились от тебя? Да, конечно, очень хочу. Sì, certo. Bene. Loro sono lì, attaccati a te, perché tu glielo permetti. Они пребывают там, подсоединенными к тебе. Почему? Потому что ты им позволяешь это делать.
non siamo riusciti a vedere esattamente i momenti in cui tu li hai autorizzati, ma c'è stata autorizzazione. У тебя не получилось рассмотреть сами моменты, в которые ты им дал свою авторизацию, но как бы то ни было, был момент, когда ты им это позволил. Senza autorizzazione loro non potrebbero fare niente. Потому что без твоей авторизации они не смогли бы ничего сделать. Perché si muovono sulla tua volontà. Потому что они действуют по твоей воле. Может быть, попросить Наоми, чтобы она рассмотрела эту ситуацию? Posso Se... chiedere a Noemi a vedere questa situazione perché io non capisco. Non ti preoccupare, che abbiamo già finito. Не волнуйся, мы уже закончили. Quindi adesso tu puoi cambiare questa volontà e loro si muoveranno su questa tua nuova volontà. Поэтому сейчас измени эту волю, и они подчинятся этой твоей новой воле. Adesso puoi ordinare loro, puoi ordinare a questo capo di dire a tutti i subordinati di rimuovere tutti gli impianti di connessione con te. Сейчас ты можешь сказать этому главному, чтобы он приказал своим наемным рабочим снять все импланты с тебя. Intanto di a questo essere, a Horus, di ordinare ai suoi subordinati di staccarsi completamente. Скажи этому Хорусу, чтобы он приказал своим сотрудникам отсоединиться полностью от тебя. E mi dici cosa vedi, cosa succede. И рассказывай, что ты видишь и что происходит. Марк, cosa vedi? Что ты видишь, Марк? Я вижу, что правая сторона резко стала удаляться. А левая сторона, она даже как-то стала светиться. Vedo che la parte destra ha cominciato a... Как удаляться? Cominciato... Они от меня, вот я лежу, те, кто слева, они как-то удаляются, но как-то привязаны какими-то нитями, но отдаляются. А те, кто с правой стороны, они даже как-то светиться стали. Allora, vedo che le entità che stavano dalla mia parte sinistra cominciano ad allontanarsi da me, ma vedo dei fili che conducono a me. Invece quelli che stanno sulla parte destra cominciano a illuminarsi. Continua. Продолжай. У меня вот такое ощущение, что вот он, как бы Хорос, соединен с моим органом половым, как бы своим половым органом. Как-то вот у нас какая-то связь очень такая сильная. Questo oro si è collegato al mio organo genitale attraverso il suo organo genitale e abbiamo un legame molto forte. Continua. Продолжай. Я говорю ему отсоединиться, он улыбается. Io le dico staccati, ma lui solo sorride. Dimmi se hai paura di lui. Скажи мне, ты его боишься? Ну, абсолютно не боюсь. No, assolutamente no. Dimmi se sei arrabbiato con lui. Скажи мне, ты на него зол? Даже зла нет, просто хочу, чтобы он ушел. No, non più ne non nutro neanche la rabbia, voglio solo che se ne vada. Dimmi se ci sono delle emozioni negative in te in questo momento. Скажи мне, в этот момент в тебе есть какие-то негативные эмоции? Per Во esempio, мне dimmi. сомнение, что я правильно увидел, неправильно увидел, и поможет мне это, не поможет, и все это Стоп. зря. Nutro dei dubbi se ho visto tutto giusto o no, se mi aiuterà questa cosa o no, oppure faccio tutto invano perché ho sbagliato tutto. Dimmi dove vedi la frustrazione, che lui non sta andando via. Скажи мне, где ты видишь это чувство
фрустрации по поводу того, что он все еще не уходит? Ну, в животе с половыми органами. Nella pancia, nella zona anche dei genitali. Bene, come la vedi questa energia, questa emozione? Каким образом ты видишь эту энергию? Как выглядит эта эмоция? Она черная, овальная. È nera di forma ovale. Bene, prendila con le tue mani e la butti via dal tuo corpo. Хорошо, возьми ее своими руками и вытащи и выброси ее. Dimmi come lo fai. Расскажи мне, как ты это делаешь? Я ее руками взял и выбросил как бы в дыру, в прострацию. L'ho preso con le mani e l'ho buttato in un buco. Bene, adesso dimmi se rimane qualche residuo in quella zona tua genitale. Скажи мне, там есть еще какие-то энергетические остатки той энергии в твоей области гениталий? У меня сомнения одолевают. Я это сделал, но подействует, не подействует. Sono tormentato dai dubbi perché l'ho fatto, ma dubito se avrà la sua influenza o no, se ho fatto tutto giusto. Sì, infatti, tu ti sta facendo tanto di dubitare che non ti sta servendo a niente questa sessione. Да, на самом деле это так. Ты так много сомневаешься, что на самом деле этот сеанс тебе ничем не поможет. Per questo non si stacca da te, perché tu dubiti, lo ascolti. Вот почему он от тебя не отсоединяется, потому что ты сомневаешься и прислушиваешься к нему. Lui lo sa benissimo, tu sei un creatore, qualsiasi cosa tu pensi la crei. И он отлично знает это все. Он знает, что ты создатель, и что бы ты ни думал, ты это автоматически создаешь. E adesso ti sta facendo creare dubbi. И сейчас он делает так, чтобы ты создавал себе сомнения. Sono tue creazioni. Это твои создания. Bene. Adesso tu prendi tutti questi dubbi e li butti via dal tuo corpo. Сейчас собери все эти сомнения и вытащи их из своего тела и выброси. E osserva nel tuo corpo mentale dove sono questi dubbi. И рассмотри, где находятся эти сомнения в твоем ментальном теле. Dove sono? Где они? Они с правой стороны, как бы столбом выстроены. Si trovano dalla parte destra e sono impilati così come un. Bene, li prendi, li estrai e li butti in un portale dimensionale. Хорошо, собери их и выброси через мирный портал. Quando li hai buttati, me lo dici. Когда ты их выбросишь, даже знать. Я сделал это. L'ho fatto. Bene. Adesso che non hai più dubbi, ordina a questo Horus di ordinare ai suoi subordinati di staccarsi e poi si stacca pure lui. А теперь, когда ты избавился от своих сомнений, прикажи Хорусу, чтобы он сказал своим сотрудникам отсоединиться от тебя, после чего он тоже отсоединится. E voglio vederli correre. И давай побыстрее. Adesso. Сейчас же. Dimmi che vedi. Расскажи мне, что ты видишь. С левой стороны уже никого нету. С правой тоже уходит. Остался только такой след, как бы остается. Dalla parte sinistra non c'è più nessuno, dalla parte destra si stanno allontanando, vedo solo dei residui, uno strascico. Devono togliere tutto, anche i residui. Они должны забрать все, даже остатки. Veloci. Пусть побыстрее уже. Bene, raccontami che vedi. Рассказывай, что ты видишь. Ну все, нету ничего, не справа. Non c'è più niente né dalla parte destra né dalla parte sinistra. Hai visto? Hai visto? Dipendono dalla tua volontà finché sono collegati con te. Ti видел до того момента, как они подсоединены к тебе, пока они к тебе подсоединены, они зависят от твоей воли. Adesso guarda questo Horus, dimmi come lo visualizzi.
Теперь взгляни на этого Хоруса и скажи мне, каким ты его видишь. Dimmi se ancora ride. Скажи мне, он все еще улыбается? Нет, он не улыбается, он стоит поникший. No, non ride più, sta lì un po' triste. Bene, adesso voglio parlare con lui, permetti? Хорошо, а теперь я хочу с ним поговорить. Ты дашь мне с ним поговорить? Да. Sì. Horus. Да. Sì. Che succede? Perché sei triste? Что произошло? Ты чего такой поникший? Ну, несмотря на то, что сопротивляется, хочет избавиться. Хотя в нем есть сомнения, не получается удержаться. Nonostante i suoi dubbi, io non riesco a rimanere aggrappato a lui. Ormai ha preso consapevolezza della situazione, della sua volontà. Он осознал, в какой он ситуации находился, и осознал действие своей воли. Non siete più compatibili. Вы больше не совместимы с ним. Salutalo, perché è l'ultima volta che lo vedrai. Попрощайся с ним, потому что ты его видишь в последний раз. Lasciami con Mark. Оставь меня с Марком. Mark. Sì. Di a lui e a tutti i suoi subordinati di uscire completamente e definitivamente dal tuo spazio energetico. Прикажи ему и всем его рабочим навсегда покинуть тебя и твое энергетическое пространство. Марк, cosa vedi? Что ты видишь, Марк? Он уходит. Se ne va. Quando non li vedi più, dimmelo. Когда ты их больше не увидишь, дашь знать. Мороз по ногам. Sento il gelo sulle gambe. Quando sono usciti, dimmelo. Когда они полностью выйдут, дашь знать. Марк? Все, их больше нет. Я просто его в памяти сохраняю, что вот он у меня в памяти. А рядом тут нет уже. Vicino a me non c'è più nessuno, solo che lo sto memorizzando nella mia memoria. No, non devi memorizzare niente. Ты не должен сохранять ничего в памяти о нем. Вот я вижу, quando что sono... стоит. Vedo che sta lì in piedi. E certo. Perché certo. Ti ho detto di ordinargli di uscire definitivamente. Glielo ordini e lui esce. Конечно, прикажи ему навсегда и полностью выйти. Прикажи ему это, и он так и сделает. Nel momento in cui uscito, si rompono i vostri rapporti definitivamente. И как только он выйдет, вы навсегда и полностью разорвете свои отношения. Al mio tre sono tutti fuori. На счет три все будут за пределами твоего поля. Uno. Раз. Due. Два. Tre. Три. Tutti fuori. Все вон. Non c'è più nessuno. Больше никого нет. Да, adesso dimmi che vedi. Рассказывай, что ты видишь теперь. Ничего. Non vedo nulla. Benissimo. Ottimo Отлично. Lavoro. Отличная работа. Adesso controlliamo il tuo corpo. Osservalo dentro, osserva le tue gambe, la tua zona genitale e mi dici cosa vedi. А теперь давай проверим твое тело. Рассмотри свои ноги и область своих гениталий. Расскажи мне, что ты видишь. В ногах ничего не вижу. Nelle gambe non vedo nulla. В гениталиях тоже ничего не вижу. Non vedo nulla neanche nei genitali. Benissimo. Отлично. И adesso controlliamo anche tutto il resto del corpo. А теперь давай проверим все остальные части тела. Ну вот правое бедро в темноте какое-то темное пятно. La coscia destra è scura, vedo una macchia scura lì. Osserva cos'è questa macchia. Хорошо, рассмотри, что это за темное пятно.
Такое ощущение, как будто как крышка, накладка такая с шурупами. Una sensazione che si tratta di una placca con le viti. Di chi è la placca? Chi ha questa crisca con shurupami? No, na um mne prichodit serh. Mi viene in mente grigi. Allora, chiama i responsabili di questo impianto e sempre per la tua volontà loro ti ubbidiscono e lo rimuovono. Вызови ответственных за этот имплант, и все, и так же само, следуя по твоей воле, они его снимут. Он стоит передо мной. C'è uno davanti a me? È un grigio? Это серый? Да нет, это богомол. Но è una mantide. Ah, una mantide. Артекс. Артекс его зовут. Si chiama Artex. E per curiosità, quando è dato ad Artex la mantide permesso a stare con te? Любопытство ради, когда именно ты дал позволение этому богомолу Артексу быть с тобой? Vai a quel momento rapidamente. Отправляйся быстренько в тот момент. Ну, приходит такой мысль, когда растяжку делал. Занимался и хотел, чтобы у меня растяжка была большая. Mi viene in mente il momento quando quando facevo esercizi per rendere i miei muscoli più elastici. Ну, ради удовольствия с доски сбивал мелок в школе. Что что? Ну, в школе с доски, на которой учитель пишет, сбивал. Показываю свою растяжку, мелок. Sì, diciamo quando ero a scuola volevo vantarmi della mia elasticità dei muscoli e stavo facendo, non so, delle. Va bene. Fa niente. Quali problemi ti ha provocato questa mantide? Не важно, скажи мне, какие проблемы тебе спровоцировал этот богомол? У меня немело, стало неметь правая сторона, особенно когда я за рулем езжу. La parte destra del mio corpo ha cominciato ad addormentarsi, specialmente quando guido la macchina. Bene. Adesso vuoi quindi disconnettere da questo essere pure? Хорошо. Сейчас ты хочешь отсоединиться и от этого существа? Да, хочу тоже, чтобы убрался. Sì, voglio che se ne vada. Bene. Dagli l'ordine di rimuovere tutto e andare via come fatto prima. Хорошо, значит, делай так же, как ты делал раньше. Прикажи ему все снять и прикажи ему убраться. Mi dici che succede. И рассказывай, что происходит. Ну вот он сейчас щупальцами своими. Я ему говорю, чтобы он побыстрее это откручивал. Sì, sta smontando tutto con le sue zampe e io gli ordino di farlo velocemente. Bene. Говорит, это не так легко, потому что это в кость смонтировано. E lui mi dice non è mica così facile perché tutto questo è impiantato nelle ossa. Digli di sbrigarsi e di non perdere tempo. Прикажи ему не терять время и делать все быстрее. E dimmi che succede. E рассказывай, что ты видишь и что происходит. Ну, вот, крышку он снял и внутри штифт такой стоит. Ha tolto questa placca e dentro c'è un'altra vite. Он выкручивает сейчас этот, выкручивает этот штифт. Sta svitando questa vite. Все, он выкрутил и в руках держит это все. Там у меня остается дырка большая. Ha svitato tutto e tiene tutto nelle mani, però lì nella coscia ho un grande buco. Bene, intanto falla finire di lavorare. Хорошо, пока дай ему закончить свою работу. Да, он все забрал, и чашку внутри, и штифт, и крышка, все в его руках. Ha portato via tutto, le viti, la placca, tutto. Bene, adesso... di
Lei ordina di sparire definitivamente dal tuo spazio energetico. Теперь прикажи этому богомолу навсегда исчезнуть из твоего энергетического пространства. E dimmi, che vedi? И скажи мне, что ты видишь. А он убрался. Sì, se n'è andato. E adesso puoi rigenerare energeticamente quel buco che vedevi con le tue stesse mani. А теперь с помощью своих собственных рук ты можешь восстановить энергетически ту дыру, которую ты видел у себя на ноге. Да, я начал уже это делать. Ho già cominciato a farlo. Хорошо. Я закрыл ее. Basta, l'ho già chiuso. Benissimo, adesso controlla il tuo corpo ancora una volta e dimmi se vedi qualcosa che non ti appartiene. А теперь снова проверь хорошенько все свое тело. И скажи мне, видишь ли ты в нем что-либо, что не твое, что тебе не принадлежит? Dimmi cosa vedi. Что ты видишь? Caduto. Chiudi gli occhi e controlla adesso tutto il tuo corpo. Закрой глаза и хорошенько проверь все свое тело. Вот у меня в желудке такое ощущение, что пластина черная. Ho una sensazione di avere una placca nera nello stomaco. Bene, la prendi e la butti via. Возьми ее и выброси. Dimmi cosa fai. Расскажи мне, что ты делаешь, что ты видишь. Ну, взял ее и выбросил. И как бы после нее такой след темноватый остался. L'ho presa e l'ho buttata via. C'era uno strascico scuro che la seguiva. Нет, сейчас уже нормально. Сейчас уже нормально. Adesso è tutto posto. Bene, ricontrolla il tuo corpo, dimmi come lo vedi. Снова проверь свое тело и скажи мне, что ты в нем видишь. Вижу на почках какие-то темные пятна. Vedo delle macchie scure sui reni. Cosa sono queste macchie? Что это за пятна? Вижу, такое ощущение, как присоски какие-то. Come se fossero delle ventose. Di chi sono? Чьи они? Mark? Mark? Caduto. Mark? Да. Di chi sono queste ventose? Чьи эти присоски? Кто их туда поставил? Такие ощущения, что тоже богомол. Della mantide. Bene, ordina alla mantide? La chiami di nuovo? E ordina alla mantide di levare tutto quello che ti ha messo, tutto. Снова позови этого богомола и прикажи ему снять все, 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 что он тебе установил. E mi racconti cosa succede. И рассказывай, что происходит. Sta staccando queste ventose dai reni. Bene. На копчике, где крестец. Там темная такая пластинка, он тоже ее забирает. E poi sta togliendo una placca a livello dell'osso sacro. Benissimo. Отлично. Так больше ничего не вижу. Non vedo nient'altro. Bene. Ordina la mantide di sparire definitivamente. В голове вот с правой и с левой стороны темные какие-то пятна. Vedo delle macchie. Vedo delle macchie scure alla testa, a livello delle tempie. Osserva cosa sono. Rasmatri, что это за пятна?
тоже как крученные какие-то крышечки правой и левой стороны. Anche queste sembrano delle placche avvitate a destra e a sinistra. Di chi sono? Кто их туда вкрутил? Ну, этот же богомол, то же самое, это его рук дело. La stessa mantide. Deve, allora, devi dirgli, devo dirle, di togliere tutto, è un ordine che gli dai. Скажи ему, что он должен все снять. Это твой приказ. Он уже снимает с правой стороны. Sta già svitando quella dalla parte destra. Очень быстро это делает. Lo fa molto velocemente. Все, да, все у него в руках. Ha tolto tutto, ha tutto fra le mani. Все, и стоит все передо мной, значит, все в руках у него. Sta davanti a me e tiene tutte queste cose nelle mani. Bene, deve buttarle, deve portarsele via mentre esce dalla tua sfera energetica. Dimmi se ha tolto tutto. Он должен забрать это все и убраться из твоей энергетической сферы. Но сначала скажи мне, он все снял? На горле еще кольцо черное. Vedo un anello nero sulla gola. Oh, sei tu che comandi. E a un certo punto, se non gli sai dare un ordine, Mark, è un problema tuo, non suo. Mark, вообще-то здесь ты командуешь, поэтому если ты не умеешь отдавать приказы, и если не умеешь, как бы, быть настойчивым в этом, он так и будет играться с тобой. Все забрал. Ha tolto tutto, non c'è più niente. Hai controllato per dire che ha tolto tutto? Ti ho già все проверил, что ты говоришь, что он все снял? Да, на ногах ничего. Бедро снял, на правом плече тоже было, я ему сказал, он тоже снял. Sulle gambe non vedo niente, sulla coscia destra ha tolto, ho visto anche una cosa sulla spalla destra, le l'ho ordinato di toglierle, l'ha fatto. Ha staccato una specie di collare dal collo. Ecco, così si fa. Все, больше ничего. Ecco, è tutto fatto, non c'è più niente. Sicuro? Точно ничего. Нет, больше ничего. Это уже просто кажется, наверное. Больше ничего. No, non c'è niente. Forse mi sembra solo di avere ancora qualcosa. Нет, ничего нету. Ничего нету. No, non c'è niente. Bene, ordina alla mantide di andare via definitivamente dal tuo spazio energetico. Прикажи богомолу убраться вон из твоей энергетической сферы. Его нету. Non c'è più. Ok, adesso che sei completamente libero, liberato, osserva il tuo futuro, osserva i tuoi problemi fisici proiettati nel futuro. А теперь, когда ты полностью освободился, взгляни на свое будущее. Например, взгляни на свои физические проблемы в будущем. Физические проблемы. Проблемы физичи. Observa i tuoi problemi fisici. Да, посмотри на них. Come vedi la tua colonna vertebrale? Io in будущем себя вижу молодым и здоровым. Mi vedo giovane e sano in futuro. Benissimo. Osserva il tuo futuro, il tuo business.
рассмотри в своем будущем свой бизнес. У меня прекрасная пельменная и хостел. Vedo un hostel e vedo una come che si dice? Si è caduta la linea per un attimo, hai detto? Mark. Ok, e osserva la relazione con tua figlia in futuro. Ha detto che si vede gestire un alberghetto e si vede gestire una specie di caffetteria, tavola fredda, qualcosa così. Benissimo. Hai visto? Fatto. Отлично. Ну что, видел? Все, готово. Adesso conto da 1 a 3 e a 3 sei qui nel presente da dove ti sto parlando con queste nuove condizioni esoteriche. Сейчас я считаю одного, от 1 до 3 и на счет 3 время, откуда я с тобой разговариваю, на этих новых эзотерических условиях. 1. Раз. Il tuo corpo si sta alleggerendo. Твое тело становится легким при легким. Il tuo corpo comincia a riprendere forza, comincia a risvegliarsi. Твое тело начинает просыпаться, и оно возвращает себе всю свою силу. 2. 2. Senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Ты чувствуешь блаженство во всем своем теле. E 3. 3. Apri gli occhi. Отглаза. Я, конечно, весь в поту. Не знаю, меня видно, не видно. Не видно. Он тут сюда. Я сейчас постараюсь включить свет. Сейчас свет включу. Vado a accendere la luce. Видно, да? Видно. Bene, fatto. У меня, конечно, сомнения в том, что были, что я, может быть, ложно представил, ложно увидел. Вот в таком плане, что было такое, да. I dubbi che avevo erano, cioè, di non aver visto bene, di non aver immaginato bene, era quel genere di dubbi. Non importa, la sessione è stata fatta lo stesso. Неважно, отбрось сомнения, сеанс был проведен, все равно был проведен. Как ed è stato più facile di quello che pensavi. И это было намного легче, чем ты думал. И мне даже вот между ног мне как-то легко стало, как будто что-то отпустило. Потому что все в твоих руках. E anche nella zona genitale sento sollievo, come se qualcosa mi ha lasciato andare, no? Benissimo, ottimo. Adesso devi solamente metabolizzare tutto il resto della sessione sul piano fisico e basta, è finita. Отлично. Теперь тебе нужно просто переварить сеанс на физическом плане и все. Да, я сейчас приду в себя, конечно, потому что оно очень эмоционально. У меня просьба к вам. Значит, у меня вот тоже духовный мой наставник хотел бы пройти тоже такой сеанс. Я думаю, наверное, с Юлей мы потом обсудим. Когда это можно будет сделать в ближайшее время? Vi voglio fare una richiesta, siccome il mio mentore spirituale vorrebbe fare una sessione del genere, possiamo organizzarlo? Sì, ora ne parliamo dopo, appena chiudiamo la registrazione. Хорошо, мы об этом поговорим позже, как только мы закончим запись, хорошо? Prima di chiudere ti chiedo se vuoi che si pubblichi la tua sessione. Перед тем, как закончить запись, я хочу спросить тебя, хотел бы ты, чтобы твой сеанс был опубликован? Я не против, наоборот, даже буду рад, чтобы кому-то это помогло. Единственное, попрошу, чтобы лицо закрыли. Конечно. Но no, niente in contrario, anzi sarei felice a condividere la mia esperienza, magari qualcuno riesce, magari la mia esperienza riesce a aiutare qualcuno, però pubblicatela, ma con visage flouté. И последний вопрос Калу. Нам сейчас предлагают опять стать епископами в церкви. Стоит ли нам вот к
этому Яхве возвращаться. Ты у Кало спрашиваешь? Да, у Кало, да. Кало, ти деве фаре уна доманда. Сикоме ной дуе, че, сикоме а ной дуе станно анкора фачендо квеста пропоста ди дивентаре вескови. Секондо те, добиамо анкора торнаре да Яхве, о но? Добиамо аччеттаре квеста пропоста, о но? Se mi fai questa domanda, significa che devi metabolizzare la sessione. Если ты мне задаешь этот вопрос, это значит, что тебе еще нужно переварить этот сеанс. Нет, да я даже его задаю не потому, что я хотел, а меня очень духовник, он сейчас со мной, и он меня об этом очень просил. Я ему говорил, что это исключено, и желание мое это однозначно нет. Я хочу уйти в ведизм, в наше старое исконное верование. Sì, diciamo che questa domanda non proviene da parte mia, ma è il mio mentore spirituale che voleva porti questa domanda perché secondo me io voglio disconnettere da tutto questo e non so fare dell'altro nella vita. Beh, la domanda me la devi rifare dopo la sessione. Этот вопрос ты мне должен задать после метаболизации сеанса. Я понял. Хорошо, я услышал. Я в любом случае вас благодарю. Я очень доволен. Хотя понимал, что сам рука болит. Вы видели, что у нас со связью происходило? Покажите руку, что там. Ну вот, вот рука Бардало уже заживает. А рука уже поломана. Вот то, что я сейчас снимаю ее и массирую, потому что врачи уже 2 недели прошло, разрешили снять гипс. И делать массаж. Вот у меня рука вот здесь перелом, вот он. Non so se avete fatto caso, ma mi faceva male la mano durante la sessione il polso, perché 2 settimane fa ho rotto il polso e oggi i medici mi hanno permesso di togliere il gesso e quello è lo squarcio che mi sono procurato qualche giorno fa, sempre aspettando la sessione. Это перед самым меня не хотели выпускать из больницы, это мы дали деньги, потому что иначе бы я пропустил сеанс. Diciamo non mi volevano lasciare andare dall'ospedale, non mi volevano dimettere, abbiamo dovuto dare la bancia ai medici per lasciarmi andare a casa, altrimenti non avrei potuto fare questa sessione. Я боялся, что вот такая у нас будет, что пропадать будет интернет и в конце. Но ничего, прорвался. Ну все, io sospettavo e temevo che l'internet non sarebbe stato sufficiente e tutto, però ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Va bene, Mark. Да, благодарю вас, самого доброго, самого вам всего удачного. Взаимно, да. Чудо, вам прощаются, помогайте.